или дедок. Но теперь название, видимо, изменится. Он будет называться «Старая сволочь» или «Дедушка моей мечты». Ну, если вы что-нибудь увидите, я могу вам показать, кого я там играю. Сейчас, если я... Сейчас я попробую вам найти. Сколько часов делается такой? 3 часа. Сколько времени вы его носите? 22 дня. Я его носил 22 дня. А поподробнее о своем персонаже? Не могу. Это, ну, это анекдот, который надо рассказать один раз. Он так. Потом это секрет. Вы сегодня сказали, что очень часто вас разыгрывали. Можете вспомнить какой-нибудь самый? Ой, таких случаев миллион. Я знаю, как я разыграл однажды человека. Вот, давайте. Дело в том, что у меня был приятель, у которого была жутко ревнивая жена. И она, как он с ней жил, я не знаю, но он ее, видимо, очень любил. Это было очень давно. Она за ним ходила бесконечно. Она звонила по 100 раз в день по всем телефонам. Она приезжала к нему на работу, чтобы проверить, где он. И однажды он меня разыграл. Я сейчас не помню, как. Но как-то он меня разыграл. И я долго думал, как ему отплатить. Вечером мы садились играть в карты. Она приезжала 3 раза. Она звонила по телефону 4 раза. Наконец, в 5 часов, а мы играли в карты, выпивали, естественно. Я ему подливал и подливал, и он напился и заснул. Мы доигрывали без него. Она позвонила в 5 часов, я ей сказал: что ты звонишь сюда? Она говорит: а где Виталик? Я говорю: какой Виталик? Она говорит: ну вы же в карты играете. Я говорю: с ума что ли сошла? А они жили через дорогу. Она стала орать, что я вру. И я его повел через дорогу. Я нашел их. Я с ними договорился за 25 рублей. Это по тем временам было очень много. Я нашел цыганок. Они ждали меня около его подъезда. Я взял у цыганки помаду. Я намазал себе губы и стал его целовать во все места. Потом подвел его к двери, позвонил и ушел. 3 недели он ходил весь перевязанный. Я был страшно доволен. Ребята, давайте. Что? А то там... Спасибо. Как, это все, что вы хотели? Ну, говори. Что вы стоите? Давай я тоже скажу.